Я имею в виду, что в творческом плане, да, в творческом плане очень важно не ругаться матом. Потому что сила в чем? Когда нет пошлости, да, я думаю, что когда матом ругаться, все-таки пошлость, потому что дети смотрят, дедушки, бабушки, да, а люди, которым не нравится мат. А вот очень важно сделать так, чтобы вроде ты ругаешься, но не ругаешься. То есть перевоплощение называется. Вот. Надо все балансировать в творческом плане, чтобы не было мата, а люди понимали, о чем идет речь. Понимаете? Тогда вот это мастерство высокого уровня.